Очень сильно помогут в атаке. Есть кому играть и в обороне. Задоров! Просто сетку пузырями пускай. Не так много было. Пропустили в меньшинстве. И получится выход 1-1. Да, получается бросок. И счет в матче сравнялся. Стремительная атака. Максим. Секунд и выйдет Волков, Киселевич, Акулов, вытащили Еременко, гол, 4-3, прям было видно, если пройдет это по незаурядности, если так вот решение требует большинство, вот поэтому могут показать, кто армейцы испортились, но до большинства дела не доходит в третьем периоде, в